Итак, на старте новый 13-й день Олимпиады. Надеемся, он станет счастливым для российской сборной. И наши спортсмены возьмут уже это неуловимое 13-е золото. За кого болеем в этот четверг, расскажу. Итак, хороший шанс у нас сегодня в гребле на каноэ. Россию представляет 23-летний Андрей Крайтер. Он двукратный чемпион мира, есть у него и золото с чемпионата Европы, а вот олимпийского пока нет. Крайтер выступал за Украину, потом за Азербайджан, но затем получил российское гражданство и с 13-го года гребет за нас. Рассчитываем на его успех сегодня. Еще один кандидат в медалисты – российский тэквондист Алексей Денисенко. Ему 22, из крупных побед – серебро чемпионата мира и чемпионата Европы, а также бронзовая медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Выступает Денисенко в весовой категории до 68 килограммов. Ну и девушки сегодня могут пополнить нашу медальную копилку. Болеем за наших в состязаниях по вольной борьбе. Ирина Тражукова выйдет на ковер. Ее весовая категория до 63 килограммов. 25-летняя спортсменка, чемпионка страны, обладательница Кубка России, Кубка Европейских наций. Также у Тражукова есть бронза чемпионата Европы. Екатерина Букина сегодня претендует на медаль. Она тоже выступит на соревнованиях по вольной борьбе, но в другом весе до 75 килограммов. Букина брала серебро и золото на чемпионате Европы. Такие же награды у нее с чемпионатов мира. Надеемся, сегодня ко всему этому прибавится и олимпийская медаль.